Активность в деловых кругах производственного сектора зоны обращения единой валюты возросла в апреле сильнее, чем предполагалось ранее. Значение сводного индекса менеджеров закупок еврозоны для производственного сектора достигло 53,4 пункта. Еврокомиссия в понедельник подтвердила прогноз ВВП еврозоны на 2014 год на уровне 1,2%, но ухудшила оценку на будущий год до 1,7%. Прогноз инфляции на этот и следующий год понижен, соответственно, с 1,8% и с 1,3% до 1,2%. Вот что в этой связи заявил вице-президент комиссии и комиссар по вопросам транспорта эстонец Сим Каллас. С тех пор, как экономика Евросоюза год назад вышла из рецессии, экономические перспективы остаются благоприятными. Восстановление набирает обороты, в том числе и в наиболее уязвимых странах. Политика, проводимая последние несколько лет, приносит плоды. Инвестиционный климат улучшается, но безработица в некоторых странах остается пока высокой. И все-таки она сокращается. Так, в текущем году уровень безработицы составит 11,8% против ранее прогнозировавшегося показателя на уровне 12%. Кроме того, прогноз по безработице на 2015 год также пересмотрен в лучшую сторону – с 11,7% до 11,4%. По словам Сима Калласа, в ближайшие два года Европейская комиссия не ожидает дефляции в еврозоне.